Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском чтении много говорится о двух главных догматах христианства. О триединстве Бога, о том, что Бог один по природе, но троичен по ипостасям, или, если говорить на более понятном для современного человека языке, по личностям. Это первый догмат. И второй догмат – то, что одна ипостась или лицо, или личность из Святой Троицы воплотилась, приняла человеческую природу, не лишившись при этом божественной природы, разумеется, ради нашего спасения. Вы знаете, что есть неверующие или иноверцы, которые отвергают эти истины. Они говорят, что вот это христиане сами все придумали, обожествили Христа, он якобы был просто человек и ничего там не говорил о том, что он Бог. Вот сегодняшнее евангельское чтение опровергает их утверждение. В нем мы слышали, как Господь Иисус Христос прямо говорит, что «Я есть Сын Божий». То есть Отец, о котором Он говорит, это именно Бог. Иудеи возмущаются, иудеи хотят побить Его камнями. Когда Он спрашивает, много добрых дел я сделал для вас, за какое из них хотите вы меня побить камнями, они отвечают Ему, не за добрые дела хотим тебя побить камнями, но за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Господь тогда напоминает им о том, что в Ветхозаветном Писании есть строки, обращенные к людям. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего». И многие из тех, кто как раз-таки противится учению христианскому и силится его опровергнуть, говорят, ну вот, это же сказано в переносном значении. Значит, и Христос и себя тоже называл в переносном значении, как и всех людей называли сынами Божьими в этой строке Псалтыри. Но это опровергается тем, что говорит Господь далее. Он говорит, что если даже вы вот в таком, говоря по-простому, в переносном значении, можете быть названы сынами Божьими, то как вы гневаетесь на того, кого действительно Отец послал? И кто проявляет то, что он Сын Божий, через сами дела свои? Господь не говорил «верьте мне на слово, что я Сын Божий». Он сказал, что если я только говорю об этом, не верьте мне. Но если дела мои свидетельствуют, вы должны поверить. И поверить во что? И далее он говорит то, чего не было сказано ни про одного человека, что Отец во мне, и я во Отце. Какие дела свидетельствовали об этом? Чудеса, которые Господь совершал. Прежде всего, конечно же, в особенной степени, это воскрешение из мертвых, прямое указание на Бога, потому что только Бог владеет жизнью и смертью, только Бог может возвращать умерших к жизни. Эти дела Христа действительно свидетельствовали о том, что Он не просто человек, который решил вдруг назвать себя Сыном Божиим, что Он действительно воплощенный Бог. И также, чтобы не оставалось никаких сомнений, в этом евангельском чтении Иисус говорит «Я и Отец одно». Через это опровергаются самые разные еретики, которые возникали в течение человеческой истории. Людям не вмещается в ум вот это осознание того, что Бог троичен по лицам и един по природе. Им хочется свести все к чему-то более простому и доступному для их умов, хотя Творец, который создал нас, априори должен быть более сложным, и его бытие должно быть сложнее, чем наш ум. Понять Бога – это значит вместить его в свой ум. Это в принципе невозможно. Поэтому как раз-таки, да, вот это христианское учение о Троице, оно и является наиболее достойным Творца, который превыше человеческого понимания. И вот еретики, которые возникали, они либо говорили о том, что Отец и Сын и Дух Святой не равны друг другу, как, например, Ариане. Это опровергается словами, что «Я и Отец одно». И примечательно, как обращает внимание преподобный Симеон, новый богослов, что Иисус здесь поставил себя даже первее, чем Отца в этом предложении. Почему?
он объясняет, что это для того, чтобы показать, что в Троице нет разделения по времени. И Отец, и Сын, и Святой Дух вечно существуют. Хотя Отец является причиной Сына и Духа Святого, но не во времени. Временем они нисколько не разделены. Извечно Бог всегда был Троицей. Не было такого, что сначала был Отец, потом Он породил из Себя Сына. Само слово «рождение» – это то, что заимствовано из нашего человеческого языка, чтобы хотя бы немножко нам донести ту мысль, что как наши дети, родившиеся от нас, являются такими же людьми, имеют такую же природу, что это не как создание, вот, которое мы сделали своими руками, так и Сын по отношению к Отцу имеет ту же природу, а не является Его созданием. Но, разумеется, рождение в человеческом смысле, в плотском смысле, все это понятие недостойно Бога. Это слово употребляется именно как то, что помогает нам, исходя из наших реалий, хоть немножко приблизиться и приобрести понятие более-менее приближающие нас к божественной истине. Другие еретики говорили, что Отец и Сын и Святой Дух – это просто имена, которыми пользуется одно лицо Божие, что нет трех ипостасей, одна природа. И это одна ипостась, единый Бог, Он как маски меняет вот эти наименования. Это ересь савелианства. Она тоже изобличается этой фразой «Я и Отец одно». Но здесь русский язык и русский перевод уже не позволяют увидеть точное слово. И, исходя из этого, конечно, русский перевод имеет в данном месте недостаточные выразительные средства, чтобы передать то, что сказано в Евангелии. А как раз-таки церковнославянский имеет, потому что использовался и как в греческом, на котором было написано Евангелие, так и в церковнославянском формы глагола «быть». И там сказано дословно, как мы слышали, «аз и отец едино есма». «Есма» – это глагол «есть» в двойственном числе. То есть мы едино, но при этом не одно и то же. Как отмечали и преподобный Исидор Пелусиот, и святитель Кирилл Александрийский. И если бы прав был Савелий и другие, кто делает такие ложные выводы, то Иисус сказал бы «аз и отец едино есмь», поставил бы глагол «быть» в единственном числе, но он поставил в двойственном числе, указывая, что единство божественных лиц при этом не означает их слияние и полного тождества. То, что Господь открыл нам это, что Он не просто один, но триедин. Это показывает Его доверие нам, потому что тайнами делится только с теми, кого считают своими. С чужими тайнами не делится. То, что Господь открыл нам тайну своего внутрибожественного бытия, как раз-таки и показывает, что Он считает нас своими. И очень важно держаться твердо этого учения Христова. Кто не верит, что Иисус Христос есть истинный Бог, тот не может называться христианином, не может приступать к таинствам Церкви. Тот должен прежде всего принять ту истину, о которой Господь Иисус Христос говорил в сегодняшнем евангельском чтении. Тайна триединства Божия – это тайна любви, потому что любовь может быть только между личностями. Потому именно и сказано, и могло быть сказано, что Бог есть любовь, потому что Бог есть Троица. Если бы Бог не был Троицей, кого бы Он тогда любил до сотворения мира? До сотворения мира Ему тогда, получается, некого было бы любить. Но, как мы знаем, в других местах Священного Писания сказано о любви Отца к Сыну и Сына к Отцу, о любви Духа Святого. И как раз-таки в силу вот этой любви Господь и создал нас, чтобы поделиться по любви своей, блаженством своим с теми, кто захочет этого. И когда мир отпал, мир человеческий отпал от воли Божией, от Бога, Бог не оставил людей, пришел к нам, принял наше человеческое естество и при этом пошел даже на смерть, чтобы нас спасти. Твердо держа эту истину веры Христовой, будем и других учить, кто готов учиться, и постараемся прожить нашу жизнь достойно
этого доверия Господа, чтобы не стать нам чужими Ему. В этом же евангельском чтении сказано, что «никто из тех, кто мои, из тех, кто поверил мне, никто не похитит их из руки моей». Никто, никакие внешние обстоятельства, ничто не может оторвать нас от Христа. Только мы сами можем отпустить эту руку Христову. Через что? Через грехи, через неверие, маловерие. От чего? Да сохранит всех нас Господь.